Всех приветствую, ребят. Сейчас ко мне пришел мой старый друг, вот он давно уже ищет монетки. И вот несколько монеток вот так вот вместе нашел, смотрите. Ну не клад, ну просто вот как потеряшка такая, просто как, ну, кошелек, несколько монеток. И смотрите на него реакцию, он как будто нашел, я не знаю вообще что. Вот, и такие у него эмоции, и это, так дышит, запыхался бедный. Вот. А он, главное, ну, выглядел вообще вот как старый человек уже, ну, плохо, когда мы с ним копали, у него все время не получалось, вот он ездил постоянно на коп, что-то не находил, ничего, грустный вечно ходил, а тут он пришел ко мне, я когда увидел, не поверил, думал, ну, это не мой знакомый, он в лице поменялся, на лицо помолодел, похудел, отлично выглядит, подтянутый, мускулатура. Ну вот, он мне видео прислал, я с вами делюсь. Посмотрите, не могу не поделиться. Смех и радость, оно приносит людям. Вот, короче, это все Николаевский, кроме одной копейки 800. Вот он. Нихуя не видно. 842 года, копейка серебром. Ушата, наверное. Ну и остальные смотреть надо. Это все вот город Азия. 14-й. Вот ямы. Все. Вот отсюда началось. Пошел я вот тут. С метра пол походу. Короче, блять, это зацепило, блять, походу. Лежат, вот они нахуй. В ямке нахуй. Вот. Кушина, блядь. Вот такого целого, блядь, нету. Ладно, будем рыть еще. Вот, короче, все монеты. Вот яма. Вот лопаты. Все отсюда. Кто-то. Вот еще. Вот еще. Блядь, ни одной серебры нет. Еще. Вот она. 903. Вот, короче, копнул ямку, высыпались. Это что? Зеленый еще. Трояк. Сенеколаевский. Ой-ка. Вот они, ё.
Короче, вот он. Третий схрон какой-то. Еще звенит. Вот. Под этим куском. Еще лезет и лезет, блядь, заебали. Вон оно. Я уже 20-я она. Манит она. О, перерыхлился он. С одного места все лезет и лезет, и еще лезет. Вот, короче, 31 монета. Выкопал. Там, короче, до 24 года. И в сари. Вот. Все это вот отсюда. Он там начал. И пошел. Вот тут она. Короче, кладуху маленькую нашел. Серебра. Советского и царского. Вот, собирался уходить. Вот здесь монеты лежали. Собрал их. Думаю, дай прозвоню еще. Позвонил. И вышел у нас 25 копеек, 896 год. С литчиком прекрасным. Ну, древая, блядь. Сука. Вот, пацаны. Три монеты серебряных. Я в этих двух ямках откопал. Потом сигнал был, еще не распаковывал. Вот еще стопка лежит. Вот это она. 3, 4, 5, 6 монет. О, блядь. 7. Короче. Семь монет в этом. Еще 3, 10 монет. Это закладуха. Сейчас посмотрим еще. Блять, еще нахуй звенит. Вот, короче. Еще лежат тут. Ёб твою мать. Потом вот тут бьет. Короче, клад нашел. Все, ищем. Вот он. Глазами увидел. Чик. Еще одна серебруха. Это уже 11-е. Вот здесь сейчас будет еще одна, блядь. Где она тут, блядь? Сейчас будем долбить. Где-то летит. Где-то тут рядом, блядь.
13. Серебруха, 12 серебро. Блять, лопатой съездил. Вот, короче, они все лежат, блядь. Сука, чуть сознание не потерял. Нормально, блядь, отработал. Вот такой смешной, согласитесь, ребята, комрад. Приподнял настроение, столько эмоций у него, отдышка, как он ругается, матерится. Очень классное видео. Ну, кого заинтересовали его находки, можете обратиться ко мне, мой телефон вы знаете. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.